Дополнение и исправление к предыдущему видео про три крючка. Мне в комментариях справедливо указали, что такой способ работать нормально не будет, поэтому смотрите, как надо сделать было правильно. Итак, первый крючок – это поводок. Первый крючок привязываем любым удобным вам способом. Я беру клинч. Так, первый есть. Обрезать это не буду. Дальше. Второй крючок одевается с другой стороны поводка. Причем одеваем с внешней стороны, чтобы он правильно сидел в конечном итоге. То есть примерно на таком расстоянии я их привяжу. Смотрите внимательно, как это делается. Леску зажимаем и несколько оборотов. Сделали. Теперь берем конец поводка и его продеваем в ушко крючка. Вот такой как бы узел и как бы не узел. Он не скользит. Все отлично. Два крючка мы привязали. Таким же образом сюда привязываем третий. И в конце, для того, чтобы прикрепить к основной снасти, используем обычный вертлюжок. Привязываем его, ну, опять-таки клинчем, да? Вот такой модификации, легкой, быстрой. То есть на вертеле вставили в петлю, затянули. И вот полностью снасть выглядит вот таким образом. Так делать правильно. И, соответственно, сюда насаживаем червяка, сюда опарыша, кашу, там еще что-то, мотыляк, чего хотите.